Всем большой привет! Я очень удивительна на своем канале. Сегодня 3 апреля, у нас каникулы, и я решила снять для вас влог. Завтра нам уже в школу, за 4 апреля, и у меня завтра день рождения. Также я хотела с вами поделиться такой новостью. Я буду открывать новую рубрику у себя на канале. Это «Любимые вещи Буськи». Я буду снимать такого рода видео один раз в 3 месяца. Вот, в общем, я взяла такую идею у Виктории Крокус. Она рассказывала про вещи своей собачки Шарлотты. В общем, так, я надеюсь, что вам будет интересно. Поехали! Вот моя Буська, я у нее уже поубирала. Вот, в общем, бабушка с дачи нам привезла пшенички. Вот. Травка как выросла, пшеница даже. Вот, вот моя зайчика, да, Буська? Бусь. Федронь. Вот, в общем, долго мы с ней гуляем, почти, наверное, 2 часа уже почти мы гуляем, даже больше. Вот, в общем, так вот. Да, Буська? Вот. Также сейчас дам, может, вы знаете такой рецепт, может, вы не знаете, как запекти яблоки в микроволновке, чтобы вкусно было. Я вам сейчас дам рецепт, вот, а потом уже вы там разберетесь, может, вы знаете этот рецепт, но может, нет. Вот, в общем, дам, вы потом уже, если знаете, то не смотрите, если знаете, то, если не знаете, то, если вам интересно, то посмотрите. Вот. Так вот. Сегодня, кстати, будут эти покупки, ну, не покупки, а Буське завтра тоже день рождения, как у меня. Вот, потому что мне ее купили вот как раз на день рождения. Ей будет 5 лет уже, да, зайка моя? Вот. Поэтому сегодня покажу то, что я купила ей на день рождения завтра. Вот, и, ну, как бы, как я и говорила, по новой рубрике это уже будет. Это отдельное видео у меня будет уже. Ее фавориты. Вот. Так вот. Итак, давайте перейдем к рецепту. Первым, что вам понадобится, это, конечно же, яблоко любого сорта, какого у вас есть. Вот, какого вы любите кушать. Потом сахар. Какая-нибудь такая тарелочка, чтобы она пошире была, побольше. И такая вот штучка, чтобы вычистить все внутри у яблока. Если же у вас такой нету, то просто можете вычистить все ножом. Итак, помыли яблоко. Это все пока отлаживаем в сторонку. Нам пока не пригодится. Берем яблоко и вот эту вот штучку, чтобы вычистить все. Таким вот образом. Так вот, вкручиваем ее постепенно. Вот так вот у меня вышло. Я так вот поставлю. И все это выкручиваем. У меня яблоки сочные, поэтому надеюсь, что будет, ну, это будет вкусно. Это я уж точно знаю, потому что я уже делала второй раз, третий даже уже делаю. Вот. Немножко прокрутили и достали это все. Вот. Вытащили все отсюда и опять вкрутим. Вот видите, вот такая вот дырочка получается. Вот. И нужно все вот полностью вытащить, все косточки оттуда выкрутить. Вот я опять вот так вот вставляю туда эту штучку и начинаю крутить. Прокрутила немножко, чтобы хорошо заполнилось, и вытаскиваю. Вот видите. Также вот здесь вот все косточки вытаскиваются и все, ну, все внутренности. Итак, вот я все туда вычистила полностью. Вот мне даже вот хвостик здесь виден. Теперь ложим это все, ложим это яблоко на тарелку. Так. Яблочко на тарелку. Берем сахарницу и полностью всю эту дырку, которая у нас получилась,
Вот здесь вот. Полностью заполняем доверху сахаром. Если помимо сыпется, ничего страшного. Все, я заполнил яблоко до самого верха, верха точнее. Вот. Теперь вот так вот у нас получилось. Полностью вся эта дырочка засыпана сахаром. Теперь отправляем все это в микроволновку. Все. Вот где-то ставим, давайте на 3 минутки. Вот. Итак, вот у меня уже минута. Вот. И смотрите, вот вам плохо видно, но там оно все уже бурлит. Когда яблоко, когда вот если яблоко большое, вот, сильно высыпаете больше сахара, вот, тогда оно будет как бы больше, нужно будет больше времени. Вот. Поэтому, когда, в общем, вот вам плохо видно, но я вам потом покажу. Яблоко, вот видите, оно должно бурлить. Весь сахар начинает как бы топиться, яблоко греется. И сахар вот так вот начинает бурлить, как бы, и растапливаться. Вот что у нас получилось. Вот видите, юшка. Вот. Но надо еще немножко, вот если яблоко, вот, оно еще жесткое, значит, ставим еще. Еще на 3 минуты поставлю. Вот. И когда вот это яблоко, оно как бы сахар начинает вскипать, таять, и вот получается как вулкан из яблока. Вот. Я уже выключила яблоко. Видите, все то, что было там, оно вытекло. Но вместе с этой юшкой вы будете это кушать. Вот, видите, вот я вам покажу сейчас вот. Шкворчит. В общем, вот. Вот, яблоко, ай, горячее. Оно уже мягкое, поэтому можно доставать и кушать. То есть, шкурку вы не едите, вы выедаете все то, что внутри яблока, вместе с этой юшкой. Вот так вот у меня все получилось. Все красивенько, все аккуратненько. Всем приятного аппетита! Всем большой привет! Сегодня же 4 апреля, у меня и бусинки день рождения. Вот, сейчас я вам покажу, как сделать праздничный торт в честь день рождения вашего кролика или же, ну, какого-нибудь грызуна. Вот, вашего. Итак, вам понадобится для торта листья салата, либо же трава, или там укроп, петрушка, зелень, в общем. Потом вам понадобятся какие-нибудь овощи. Вот я, например, возьму огурец, морковку, вот, либо же фрукты там какие-то. Потом понадобится какая-нибудь емкость, я вот возьму блюдечко, чтобы Буся уже из него кушала, ножик чем резать, и какие-нибудь, например, лакомства, вот я возьму засушенные яблоки и ее дропсы. Вот моя Бусечка, вот, я ее уже сегодня с утра поздравила, подарила ей подарки, также все подарки и ее фавориты за эти 3 месяца я вам покажу уже в следующем видео, которое будет в новой рубрике. Итак, приступим к салату. Возьмем траву, либо же какой-нибудь салат, там, листья салата, укроп, петрушку, вот, в принципе, что у вас есть или что ваше животное любит. Я беру травку и вылаживаю на блюдечко. Вот, я ложу вот так вот, чтобы закрывала всю поверхность моего блюдца. Вот, если немножко что-то падает, то ничего страшного, вот. Я закрыла поверхность своего блюдца, потом беру какие-нибудь овощи, фрукты, также можно взять яблочко там или грушу, грушу и бананчик можно взять. В общем, можно взять из фруктов, что хотите, кроме мандарина, апельсина, хотя некоторые грызуны и кролики едят его. Но у меня обычно, например, не ест. Так, теперь я беру огурчик, я беру примерно половинку, целый огурец мне не нужно, разрезаю его, я его уже помыла, разрезаю, вот, вот у меня они почти одинаковые, я возьму вот эту половинку и нарезаю примерно такими, ну, не сильно тонкими, не сильно толстыми, как бы, кусочками, ну, такими вот где-то средними, нарезаю, так вот. Все, я нарезала. Вот.
Теперь я огурчики вылаживаю по кругу, вот на травку. Раз, два, три, четыре и пять. Вот, вот так вот я выложила. Так вот, теперь беру морковку. Вот, я уже помыла ее и почистила. Также морковку мне понадобится не целая, а половинка где-то примерно. Вот, я отрезаю также половинку. Так вот где-то. Так вот, раз. Беру вот эту половинку и нарезаю также кружочки. Так вот, сейчас я разложу по сторонам. Так вот. Вот. Нарезаю морковку тоже такими средними кусочками, не сильно большими, но и не сильно тонкими. Так вот, нарезаю. Так вот. Извиняюсь. Вот. Так вот. И вот так же вот огурчики я выложила. Сейчас. Вот огурчики я выложила, так вот сделаю. Так вот, вот. И вовнутрь вот сюда вот вылаживаю морковочку. Вылаживаю также не сильно много. Вот. Так вот у меня получилось, немножко перестроила. Я положила вот так вот огурчики и здесь морковку. Вот, теперь беру, вот если еще осталась там морковка и огурчик остался, то можно еще немножко подрезать, чтобы вовнутрь еще положить слоем. Вот, я уже разрежу так вот напополам огурчик. Так вот. И нарежу вот таким вот образом. Так вот. Так вот. Раз. Так вот, наверное, мне кажется, так вот три. И все. И хватит. Вот. Теперь беру эти огурчики, которые остались, ну, которые я нарезала только что. Вылаживаю также их посерединке. Так вот. Вылаживаю. Можно так вот поставить их. Не обязательно вылаживать. Ну, я выложу. Вот. Так вот. Вот. И вовнутрь можно положить, вот если немножко морковки осталось, можно положить морковку. Вот, сейчас я морковку тоже разрежу. Также я вот смотрела видео, там в серединку, как свечу, ложили клубничку на бусе. У меня, ну, у нас клубники нету, потому что все-таки это не лето. Вот, и вот сюда вот я ложу еще раз, два, морковку. Вот. Так вот у меня получилось. Надеюсь, что вам хорошо видно. Теперь беру вот засушенные фруктики, которые я покупала Бусе на день рождения. Вот, открываю их. Так, беру немножечко. Несколько там яблочек. Вот, беру вот яблочки и вылаживаю вот сюда вот. Буся у меня такие вот засушенные фруктики очень любит, поэтому я положу в салат. Так вот. Точнее, не в салат, а в тортик. Вот, вот эти вот лепестки роз. Это Буська у меня все любит. Поэтому я вот так вот насыплю, поломаю. Также я сниму, как Буся будет кушать. Вот. Ну, приблизительно вот так вот я и положила немножечко. Потому что сверху сейчас еще будут дропсики разные ее. Вот. Вот можно еще немножко яблоко положить, потому что мало получилось. Вот так вот примерно. Вот. Все. Вот так вот у меня получился тортик. Так, довольно-таки интересный, как мне. Вот. Все. Теперь беру следующую вкуснятину. Это вот такие вот дропсы. Это лесные ягоды. Это йогурт. Вот. Беру лесные ягоды. Высыпаю. Я даю Бусе, можно, 3 штучки. Вот, но я в день даю ей 6, то есть 3 такие вот дропсинки, как бы, йогуртовые и 3 лесные ягоды. Ложу вот сюда, вот раз, два, три. Беру теперь лесные ягоды.
5 положу, потому что Бусе сегодня 5 лет. 4. И вот так вот сюда 5. И в серединку я положу сейчас, наверное, какое-нибудь, даже что-нибудь такое, как основное. Даже не знаю, что положить. В общем, сейчас посмотрю и вернусь к вам. Итак, вот я пошла на кухню, взяла немножко грецких обычных орехов. Они не пожаренные, ничего, просто вот орех упал, его почистили, и вот обычный сырой орех. И взяла вот такой вот бублик, бублик у меня будет в серединке. Я сейчас возьму орешки, буквально вот совсем чуть-чуть, так не сильно много. Поломаю их, такие нормальные такие части, и положу вот сюда вот, как бы между дропсиками. Таким вот образом. Так вот, то есть немножко побросаю там кое-где. Вот, и все. Вот, вот, вот так вот, вот примерно. Теперь возьму бублик, разломаю его. И вот самый такой жирненький кусочек, вот этот вот, положу в серединку. Вот так вот. А остальные бублики я ей потом дам уже, когда буду ей давать лакомство и дрессировать ее. Вот, в общем, такой у меня тортик получился. Сейчас я вам покажу его получше. Вот такой тортик у меня получился. Вот, я думаю, что Буся будет рада. Сейчас я Бусе дам этот тортик. И также вам сниму, как она его будет кушать. Она будет рада. Также буду ее поздравлять. Вот, я ее еще с утра поздравила, подарила все подарки. Как я сказала, они будут уже в новом видео. Вот, и в общем, давайте будем давать бусики. Всем большой привет, и сегодня 8 апреля. Мы сегодня с девочками отмечали день рождения. Вот такой у меня творится сейчас на столе в зале. Здесь пакетики с подарками, все в один пакет сложила. И попозже я вам покажу, что мне подарили, потому что я сейчас ем мороженка. Вот. Так вот, чем у нас много чего стоит, поэтому сейчас буду разбирать это все. Итак, на этом я буду заканчивать свое видео. То, что мне подарили, выйдет в следующем видео. Надеюсь, что вам понравился этот влог. Вы поставите палец вверх, подпишитесь на мой канал. И всем до новых встреч. Пока-пока.